Платформа профессионального роста учителей EdCamp Ukraine собрала в Харькове более сотни преподавателей со всей Украины. Цель – реформировать образование в стране. Во время встречи участники делятся опытом, обсуждают внедрение новых стандартов и подходов в преподавании. Мы не продвигаем какую-то отдельную модель, мы этим не занимаемся. Мы просто расширяем кругозор нашего учителя. Даже такая тема, как преподавать благотворительность в классе, ну, как бы, какая это модель, какого государства. Это человеческие, общечеловеческие ценности. И образованный человек – это тот, который продолжает всегда учиться. Платформа EdCamp Ukraine объединяет активных людей, которые стремятся поднять актуальные вопросы о роли учителя в обществе, о том, каким должно быть современное образование в школах. Наша команда разработала визию новой украинской школы. Это набор ценностных доминант в образовании, которых мы выделили 8, которые отвечают вопросу не только чему, но и как учить. И именно эти направления будем детальнейшим образом обсуждать в течение двухчасовой стратегической сессии, где мы получим взгляд учителей на вызовы современного образования в средней школе, о том, что необходимо учителю, что каждый из нас может сделать здесь и сейчас. Официальным партнером события выступает Всеукраинский клуб успешных женщин «Женщины Украины». Участницы клуба приехали из разных регионов, чтобы поддержать образовательные инициативы. Украина стала 9-й страной в мире и 3-й в Европе, которая присоединилась к образовательному движению. Платформа возникла в 2010 году в США. На данный момент программа реализована в 26 странах.